Раз. Это проехал каршеринг. Сейчас 5 машин, когда я наберу. 2. Это проехало такси. 3. Частник. 3 машины. Китайские, короче, проехали тут. Вот она, 4-я летит. Такси. И 5-я. Каршеринг. Давайте вот эту кучу еще. У нас кто-то. 6-я. Частник. Все. Из 6 машин 2 частные. Все, так и нет машин. Ну давай до 10 еще. Для чистоты эксперимента давай до 10. Прошло минута 20. Поток слабый. Вот он летит. 7. Опять такси. Ну, давайте, рука замерзла уже. Все, есть. 7. Опять 7. Показалось. 8 такси опять летит, китаец. Давай еще 2. Вот он помчал. 9. Китаец. И вот он, 10. Все, 3 машины. Частников. 7 машин. Такси, каршеринг. 2 минуты в слабом потоке. Так, давай начнем с Джили. Сегодня 2400 Джили. Знаешь, да, уже эту машину? Я думаю, все ее уже знают. Это куча каршеринга ездит на них. Внутри все, короче, стандартно. Здесь передок тянет. Полного привода нету здесь. Резину все аж натерли. Это то же самое. Есть еще вот такая. Гранд. 1 800 000. 1 800 000. Цена данного. Цена автомобиля. Цена данного автомобиля 2 500. Видишь? В принципе, то же самое, что и в другом салоне. Непонятно вот эти вот движухи с ценами. 3 400. Здесь Тугела. Общий вид. Цена данного автомобиля 4 300. Сейчас я спрошу обязательно про эту. Вот, 4 250. Это Манжара. И 4 900. Цена данного автомобиля. Не очень понятно. Опять не поясняют нигде, почему так. Ну, Манжара ты знаешь уже. Манжара-то, я думаю, уже все россияне знают Манжару. Ну вот этот мне больше нравится. Лично мое мнение. Да, ждем доводчиков. Их нет. По привычке ждем. Сейчас спрошу. Пояснение дам внизу. Так, в общем, поясняем. Вот это базовая комплектация. Вот это комплектация данного автомобиля. В салоне большинство представлено максимальной версией. То есть разбег 800 тысяч. Разбег 800 тысяч на вот этой относительно простой машине. Что тут можно натолкать, я даже не знаю. В кредит, значит, такая машина будет на 200 тысяч дешевле. Без ключевой доступ. Все, конечно, какие-то кнопки. Даже кнопка вот цветом отличается. Кнопка темнее, чем вся ручка.
Значит, на 200 тысяч будет выгода. Слышно, да? И придется дополнительного оборудования тоже накупить на 200 тысяч. Маджар поинтереснее, конечно, тут подстраивается уже под последнего водителя. Но на морозе, говорят, ругаются машины. Тебе видно хорошо все? Наводчики, конечно, отсутствуют. Так, в общем, понятно. По Джили это Дори стайловая. Вот сзади отличие. А вот это уже рестайл. Оба 23-го года они. Ну вот это будет подороже. Очень легкая дверь, крайне легкая, я вот ее держу. Телефон больше усилий прилагаю, чем его держать. Фиксаторы очень жесткие. Мне кажется, на морозе они будут ругаться, эти фиксаторы. Ну и спереди у нее еще здесь отличие. Вот такое вот. А по салону отличия, конечно, есть, но я бы не сказал, что что-то прям критичное. Просто там побольше всего электрики, там сделано два дисплея, и не факт, что это лучше. Не факт. Давай еще вот эту тебе покажу. Эмигрант. Здесь на этом Эмигранте тоже кнопки другого цвета. Здесь все похоже на такой диван из Хофа. Качество руля, конечно, на год-два. Это мое сугубо личное мнение. Говорим потише, чтобы никто нас не выгнал. Но берут люди. В основном, конечно, это такси и каршеринг. Сзади вот так оно выглядит.